Эдуард Успенский про Бабу Ягу. Про Бабу Ягу говорят, очень глупо, нога костяная, метелка до ступа, и руки кривые, и зубы торчком, и нос очень длинный, и загнут крючком. Я облик сложившийся быстро разрушу, прошу заглянуть в мою чистую душу, и там вы такие раскроете дали, которых никогда и нигде не видали. В душе я добра, хороша, справедлива. Не так, чтобы очень, но все же красиво. И в каждом я только хорошее вижу. Я даже козявку в душе не обижу. Но если внутри я добра и прекрасна, то сверху снаружи хитра и опасна. Я в жизни любого из вас одолею, а то и убью. Но в душе пожалею.